В этот день, 26 мая 1768 года, Екатерина II повелела своему личному секретарю Бицкому поставить памятник Петру I. Так началась история знаменитого «Медного всадника». 26 мая 1799 года произошло взятие итальянского города Турина русскими войсками во главе с фельдмаршалом Суворовым. 26 мая 1829 года в ходе русско-турецкой войны небольшой российский бриг «Меркурий» одержал легендарную победу сразу над двумя турецкими линейными кораблями. За это он был награжден георгиевским флагом. Таких награждений было только два в нашей истории. 26 мая 1896 года состоялась последняя коронация в истории России. В будущем канонизированный государь Николай II был венчан на царство в Успенском соборе в Москве. 26 мая 1953 года началось крупнейшее Норильское восстание заключенных ГУЛАГа. Впервые организованный протест советских заключенных произошел в 1923 году на Соловках, первенцы лагерной системы СССР. На архипелаге, который до революции был знаменит своим величественным монастырем, разместили сразу два лагеря – для уголовников и для политических – эсеров, меньшевиков, белых офицеров и других ненадежных элементов. В декабре этой группе администрация объявила, что отныне им запрещено свободно передвигаться по лагерю, а на ночь будут отключать электричество. Царские офицеры, интеллигенция из оппозиционных партий почувствовала себя приравненной к рядовым уголовникам и отказалась подчиняться приказу. Самых отчаянных бунтовщиков отправили к стенке. В 30-х годах с ужесточением и массовостью репрессий увеличивалось количество лагерей и заключенных. Смешение разных категорий заключенных, образованных людей и зачастую малограмотных уголовников приводили к своеобразным мутациям взглядов под взаимным влиянием. Тогда, например, появились так называемые «воры в законе», живущие по своим довольно мудреным принципам. В лагере устанавливались свои правила. У нас заключенных было неписанное правило «за кражу чужой одежды – побои, за кражу чужого хлеба – смерть». Объединяло разные категории одно – нелюбовь к власти. К началу 50-х из лагерей начали уже поступать доклады о массовых непоминовениях. Заключенные организовывали группы по этническим признакам, объявляли голодовки, не выходили на работы. За первое полугодие 52 года за нарушение дисциплины наказание получили более 40 тысяч человек, участились расстрелы. Апогеем бунтов стал 53-й. Во многом сказалась смерть Сталина. Граждане Союза погрузились в траур, многие искренне. А в лагерях заключенные отмечали это событие как праздник. Многоголосие, то был в колонии крики «Ура, ура, ура, умер тиран!» «Какой тиран?» – спрашивали друг друга заключенные. Однозначный ответ – «Сталин!» Потом стали кричать «Свобода, свобода!» Политзаключенные рассчитывали на скорую свободу, но этого не произошло. В том же году произошло два крупнейших в истории лагерей восстания – Воркутинское и Норильское. В последнем участвовало более 16 тысяч человек. Оно продолжалось 2,5 месяца. Основной контингент Норильского лагеря – политические заключенные иностранцы. Немцы, венгры, бывшие советские солдаты, оказавшиеся в немецком плену. В суровых условиях севера заключенные Норильлага трудились по 12 часов в день в любую погоду. Бывало, что и 40-градусный мороз без горячего обеда. И так вначале люди потребовали человеческого отношения, 8-часового рабочего дня, нормального питания, выплаты денег за работу. Общее число заключенных лагеря на тот момент оценивалось в 35-40 тысяч человек, из них почти половина приняла участие в забастовке. И вот охрана застрелила человека из мужского барака, который решил завести разговор с конвоируемыми неподалеку женщинами. Из-за этого недовольство, росшее месяцами, вырвалось в один момент. Над лагерем подняли черные флаги с красной полосой в память об убитом. Флаги стали символом восстания. По радио объявили, что стрелявший солдат уже предан суду, но было поздно. Костяк восстания составили украинцы, белорусы, прибалты, осужденные за коллаборационизм. Сроки у них были по 20-25 лет. Терять практически нечего. Акции неповиновения продолжались до 4 августа. В этот день группа солдат расстреляла до 200 человек, жестоко подавив выступление. Расстрелы продолжились и после. Казнили зачинщиков, пытали участников, добавляли новые сроки. Так окончилось одно из самых массовых и самое продолжительное восстание в советских лагерях.